1 января на Дальнем Востоке начнут снижаться цены на электричество. Государственная Дума рассмотрела сразу в двух чтениях, втором и третьем окончательном, закон о выравнивании энерготарифов. Он принят подавляющим большинством голосов, его поддержали 327 депутатов, и уже 1 января он вступит в силу. Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию Российской Федерации в 2015 году. Свою значимую роль в этом сыграло и правительство Якутии. Как подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушко, Дальний Восток давно ждет снижения тарифов на электроэнергию. Теперь в среднем на Дальнем Востоке электроэнергия подешевеет на 30%. Самое большое снижение цен ожидается на Чукотке. Цена на электроэнергию там может снизиться на 65%. В Якутии на 50%, на Сахалине на 46% и в Магаданской области на 34%. Но тарифы могут снизиться не только для предпринимателей. В начале недели Госкомцен высказал предположение, что федеральный центр может принять решение в интересах не только предприятий, но и, самое главное, населения. Случится это или нет, вероятно, мы уже узнаем только в следующем году, но в целом для Дальнего Востока этот закон пока несет больше положительного, чем негативного.